Долгосрочная мотивация – это не просто желание, это ежедневная работа над собой. Я понял, что маленькие победы – это ключ к успеху. Каждый шаг, даже самый незначительный, приближает меня к цели. Я ставлю перед собой ясные задачи и отмечаю каждый прогресс. Это как игра, где я сам себе соперник. Когда я радуюсь своим достижениям, даже если они крошечные, я наполняюсь энергией и вдохновением. Я напоминаю себе о своей цели каждый день, и это придает мне сил. Мотивация становится моим верным спутником, когда я вижу, как мои усилия приносят плоды. Главное – не останавливаться и продолжать двигаться вперед.